И всем привет, с вами снова Уэлт, и сегодня я буду играть в кроссаут гонки. Вот такую я машину построил. Вот. И давайте же начнем. Вот. Я сейчас вот захожу в гонку. Нифига тут машины. Вот. Сейчас захожу. Я против всех. Ну, как бы, все по отдельности, но просто здесь вот так вот. Хоп, хоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, машинка, тихо-тихо-тихо. Ой, ненавижу эту карту. Блин. Хоп. Ай, блин, заносит. Ну, а тут вот нормально. Мне пришлось покупать все эти ускорители авиа. Блин, я чуть... Блин, я врезался в эту скалу долбаную. Еще больше занесло. Но быстрее, пожалуйста. Почему я не могу ехать так же быстро, как остальные? Блин. Так нечестно. Жух. Тут пацан вообще всех быстро. Данс. Чё это? Дантз. Дантз. Жух. Блин. Дай мне тебя перегнать-то. Все, я на седьмом месте. Я не умею водить. Тише, едешь, дальше будешь. Уай! Что это? О, спасибо, пацан. Ой, пацан взорвался. Молодец, пацан. Фух. Сейчас бы мне вот этого пацана догнать. Он медленно едет. Блин, я даже его с авиаускорителями не могу догнать. Ускорит. Не, почему-то всегда при нем заносит. Так, все. И поехали. Я на пятом месте, прикольно. Хорошо, что меня не так сильно занесло. Мне он тогда в этом месте. Блин. Эй, 25 металлолома. Как много. Блин, мне как-то хочется еще по два авиаускорителя купить. Ну, давайте купим. Так, ускорители авиа купить. Ой, то есть, блин. Два. А заказать. И шо, где? Где мои ускорители? Авиа. И шо, где на? А вот. Блин, я же заказывал два. Ой-ой. Я же забыл. Так, тут я поставлю зубодробитель. Вот. Откуда у него вообще три авиаускорителя? Непонятно. Ну да пофиг. Поставлю его сюда вот. Вот. Ч
что это за машина, скажите мне, пожалуйста. Боже мой. Так, тут некоторые на F, да, стоят. Это вот этот вот. Это я поставлю на... Сейчас. Это вот сюда вот поставлю. Это тоже сюда. А это вот сюда вот. Все, в бой. Я уже 5 боев сыграл, но... Конечно, да. Вот. Вот. И, короче, поехали сейчас снова. Я не знаю, как у меня машина вести себя будет. Надеюсь, нормально. Как меня переворачивает, блин. Тут везде по 5 этих штук. Жух. Блин, ну оно задние колеса поднимает и меня заносит. Надо будет поменять потом. Жух. Ой, меня чуть... Я чуть не упал, короче. Уа, блин, заносит как на ней. Ты на этой колымаге, блин. Уху! Я, наверное, сыграю это, вот этот вот и еще один раз. И все. И потому что у меня уже сколько, я не знаю, вечера. Но очень поздно. Я ложусь всегда в 10 часов. Ну, конечно, не всегда. Бывает там, не знаю, в 12 в час. Где-то так. Но чаще всего в 10. Круг завершен. Это только первый круг. Блин. Что? Она у меня полетела. О, перевернулась сама, круто. Давай, моя колымага, блин. Я в тебя верю. Нет, я в тебя не верю. Напишите в комментариях, кто знает игру Crossout. Если кто знает и кто играл, скажите, какие вы места всегда занимали. Если честно, то я всегда последняя. Потому что я не умею управлять машиной. Вообще. Надо будет ее покрасить. И полетели, пташка! Пташка, ага. Я чуть пацана нет. Пацаны, спасите меня! Смотри, сейчас будет трэш. Бич! Я все активировал, блин. Это было вообще. Пожалуйста, переверните меня. Блин. Ай! Нет, вы... Ворота, блин. Почему вы не хотите работать? Поехали уже, ворота. Вот почему, смотрите, всегда я, когда подъезжаю к воротам, всегда заканчивается раунд. Почему? Скажите мне, пожалуйста. Вот, ну на этом мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.